Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть 13. Мистер Боланд? Бегите в бухгалтерию и задавайте им любые вопросы, какие они могут придумать касательно бюджета. Это оправдает наше присутствие здесь. Что касается нас, полковник Маршал, мы пойдем в центр управления. Да, мы пошли. Тут не откроет дверь. Так. Открывай давай. Видишь, паспорт. Пропуск. Так, это нас сопровождает, да? Делегация сенатора Шеринана только что прибыла. Да, мистер президент. Советник президента сейчас встретится с вами. После вас, сенатор. Добро пожаловать в SSH-1, сенатор Шеринан. Приветствую, Гелен. Какая честь, что вы встречаете нас. Есть небольшая проблема, Уолтер. Полковник Маршал не может сопровождать нас. Это прямое указание президента Галбрайна. Но я... Наш персонал измотан, сэр. Президент не хочет доставлять им лишних волнений. Прошу извинить меня, полковник Маршал. Пойдемте, Шеридан. Операция скоро начнется. Найдите другой путь внутрь. Я пойду с вами, полковник. Да. Может, я как-нибудь отсюда уйду. Там закрыто у вас. Добрый день, полковник. В смысле, добрый день. Мы уже виделись. О, добрый вечер, полковник. I've seen you in my dreams. Да, сэр. Полковник Маршал покинул здание. Астон! Блин, заметил меня. Бежал вообще. Alert! Ну, теперь не получится. Блин. Ну давай повторим. Всему персоналу занять свои места. Операция «Полная краснота» скоро начнется. Мимо меня он даже не заметил. Так, сюда идет. Уходи отсюда. Mm-hmm.
3 секунды туда заходит. Сколько он сюда поворачивается раз? Чисто тропанул. Опа, там еще один. Сенатор Шеридан уже прошел через второй этаж. Он и его люди сейчас направляются на следующий уровень. Советник Вакс только что оставил их. Он, должно быть, уже дошел до президента. Хорошо. Хорошо, есть, сэр, майор. Невозможно связаться с нижним этажом. Нету, уйди отсюда. Вот камера. Вон она что, тут еще хуже. Камер теперь. Сенатор Шеридан уже прошел через второй этаж. Он и его люди сейчас направляются на следующий уровень. Советник Вакс только что оставил их. Он, должно быть, уже дошел до президента. Хорошо. Хорошо, есть, сэр, майор. Невозможно связаться с нижним этажом. То же самое насчет уровня 1. Центр управления ничего необычного. Галбрейн, который так, это нас не увидел. Это не вижу. Я хочу знать, что происходит там. Тот не видит нас. Ты куда ты, стоямба? Сейчас мы его спрячем. Здесь лежи зип. Чем бьешь, то положи просто. Так. Этого надо шваброй. Так, тот не видел, да? Отдыхай здесь. Видит, стоит, смотрит, значит. Прячем тут.
камера нас не видит. Так, это идет туда. Этот чертов кофейный автомат зажулил мою сдачу. Что Шеридан делает в SSH-1 во время предвыборной кампании? Это похоже на провокацию. Прячься. Помнить вам, что он входит в комитет Конгресса по бюджету. Я спрятался. Ждем. Он выбрал неудачный день для этого. Кстати, где, черт побери, мои телохранители? Откровенно говоря, сэр. Секундочку, Кельвин, дайте мне мелочь. Мистер Президент, сэр, на время операции «Полная краснота» для вашей защиты выделены спец. Эти сорвиголовы? Черт, ни одна машина на этой базе не работает. Но, мистер Президент... Это же отбросы общества, набранные Макковом. Мистер Президент! Но если вы считаете, что они лучшие, Кельвин, я доверяю вам. Так, кто это там идет? И куда он идет? Швабру возьмем. Туалет что-то ко мне идет. Положи его здесь. Так, там еще один. Так, а стоит его убивать или нет? Ну пошли его сейчас тоже спрячем. Даже. Угу. Отлично. Тут, а тут вообще что есть? Ага, уровень пройден. Понятненько. Так, избегайте обнаружения. Нейтрализовать GES. Стульчик. Что тут есть? Это Купер. Я должен был сопровождать президента Галбрайна в центр управления. Но я ничего не слышу. Вы не могли бы выяснить, что происходит? Хорошо. О! Так, ты у нас тут будешь валяться. Какой-нибудь стул здесь, что огреем. Ух ты, блин. Пошли туда. Почему эта дверь закрыта? Прячем здесь. Кто там ходит, интересно знать. Так, там еще один охранчик. Того мы стулом тоже огреем. Ну, пока прячем всех. Уже трое здесь. Складирую, блин. Четверо, блядь.
Ну, спите, спите здесь. Чё, мне оружие дождали? Круто. Никого нету. Тут заперто. Какая-то маленькая камера. Тут заперто. Настоящие солдаты. Так, от кого убил номер? Спасите 3? Меня отсюда! Ты здесь, что ли? Бог мой, отмените операцию, пока еще не поздно. Так, спас я. Отведите президента в безопасное место и найдите Шеридана. Я потерял с ним связь. А, нет аптечек еще. Мне жизни вообще мало. Все заперто, блин. И с этих ничего взять. Кроме патронов. Ну, хотя бы так. Так, сюда идти, наверное, да? Нет.
Дверь не работает. Алло, куда? В обратную, что ли, идти, блин? До конца, с самого начала, откуда? Пошли. Тут все обыскал, да. Может, вентиляцию какую-то пропустил? Да нет. Тут вроде тоже нет никакой вентиляции. Ну, остается только в обратную идти. Все заперто, я чуть не понял. А, вон что есть. А там? Закрыто. Тоже закрыто. А что мне за задание вообще? Присмотрю за ним. Просто оставь его здесь. Мистер президент, вы слышите меня? Хорошо, он дышит. А мне куда? А накиди на полковник! Готовят переворот. Они ожидают приказа Кельвина Бакса. Их необходимо нейтрализовать. Сейчас нейтрализуем. Значит, туда. Ты мне открыл эту дверь? Удачи, полковник. Хорошо. Я все слышал. Я сообщу полковнику Эймосу. Так, уровень пройден. Остановите операцию «Общая кровь». Вон там. Помогите! Выпустите нас! Да я бы сразу все освободил. Будьте осторожны! Их там много! Ничего, сейчас со всеми разберемся.
броня. И свои фотографии, конечно же, надо сорвать обязательно. Так, гранаты бери. Так, пулемет, давай, заряди-ка. Так, я уже открывал. Штурмовые отряды заняли позиции вокруг стратегических центров. Приготовьтесь объявить чрезвычайное положение. Когда я подам сигнал, вы прикажете отрядам СПЭС захватить все базы. Трое. Меня не видит, что ли? Чё? Так это не разбивается, я не пойму. Информация о номере один умрет вместе с нами. Ты ничего не можешь сделать. Ты думаешь? О, сам застрелился. Еще все. Включен обратный отсчет. Немедленно эвакуируйте здание. Так, карточку взял, да? Это номер два был. Это Каррингтон. Мы нашли Галбрайна, но он без сознания. Никто не знает код доступа к залу управления ракет. Найдите его и остановите отсчет. Это наш единственный шанс. Вопрос-то куда? Здесь ничего нету. Печка. Заложен здесь более. Ну. Под нами 2000 мегатонн, готовые взорваться. Да? Быстрее, мы должны покинуть эту базу. Слишком поздно. Дайте мне коды доступа. Быстрее. Коды? Сюда. Если мне удастся выжить, я займусь маркетингом. Давай, открывай. Нет, идиот! Черт! Код! Код! Какой же код? Давай, открывай. ABX-420. Нет, HBX-604. IBIPH-624. Вот! Долго вспоминал. Теперь дело за тобой. Уровень пройден. Так, это кто?
нас тут получается? Последняя миссия или нет? Главного нам. Или бомба без зрения. Есть кто-то? Это лифт. Лифт пока мне не нужен. Значит, туда. Старт финальной фазы самоликвидации. Куда мне, что ли? Ну давай же. Отлично. Давай, 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 давай. Не, не успел. Вон, что нужно было просто разрушить их. Так, сейчас, походу, тут будет стрельба, да? Так, мне вниз. Падёшь будет, ой-ой-ой. Кто там бегает? Приветствую, номер 13. Или Джейсон Флай. Ты должен разобраться с этим, чтобы знать, что писать на твоем надгробии. Где там?
Мне будет не хватать этих старых ублюдков. Сюда! Куда? Куда сюда? Тот... Нет, я не буду к нему подходить. Туда, значит. Exit. Еще раз так испугаешь меня, и я прикончу тебя сама. Да ладно. Давай, нужно эвакуироваться. Погнали отсюда. Ты потрясающий сукин сын. Ты в порядке, Уолли? Все действительно кончено? А как ты думаешь? О моем прошлом. Сынок, когда я завербовал тебя, я не спрашивал твоего резюме. Я нанимаю людей, учитывая только их способности, а ты был превосходен. А что насчет Джонс? Она ценна своей осторожностью. Эй, она тоже приглашена. Может быть, она что-то знает? Тот ли корабль, на котором... А вот и он! Что случилось? Джейсон Флай! Наш национальный герой! Это большая честь. Флай! Привет, привет. Как тебе нравится моя новая форма? Шикарная. Ну? Детка, ты потрясающая! Я знаю. Что с тобой? Ты потерял свою бритву? А, ты неподражаем. Я знаю. Не хочешь говорить? Да. Каррингтон очень хочет поговорить с тобой. Найди его. А после этого я тоже скажу тебе кое-что. Луна. Корабль. Совсем не поговорить. А, вот он. Эй, где твой смокинг? Приветствую, Флай. Наконец-то мы встретились в приятной обстановке. Чего? Все пройдите, пожалуйста, на мост корабля. И пистолет достали, это. Кстати, я их могу оглушить зачем-то. Очень странно. Фейерверк. Красиво, красиво, да. Так, в эту сталь, я так понял, не пройти. Вон там! Смотрите! Куда ушел Уолли? Он должен видеть это. Эй, Флай, почему бы тебе не пойти, не найти его? Потрясающе! О, все ушли. Вау! Что здесь? Заперто. А куда он зашел-то? Я вообще не понял.
вроде плачет. Умоляю тебя, Оли, верни мне моего сына. Мы же договорились, Ким. У тебя же был шанс избавиться от номера 13-го. Почему ты этого не сделала? Опа-на. Так Оли, значит, это он и есть главный предатель. О, как. Так куда мне? Тут все заперто. Не пройти. Это мангуст. Повторяю, это мангуст. Номер один. Вы слышите? Вот он, Оли, значит, то есть. Номер один здесь. Я слышу тебя. Ты видишь его? Кто номер один? Скажи мне, быстрее! Вот так вот. Разве салют вам не нравится, мистер Флай? Вот номер один. Продолжение следует. Да, продолжение игры это не последовало, к сожалению. Жалко. Игрушка на самом деле прикольная. Особенно рисовка такая вот, типа комикса. Подобие такой же рисовки еще вышло потом. Всем известный Borderlands. В общем, мы нашли, кто такой. Номер один, но так не убили. Продолжение игры не последовало. Жаль. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Там не забывайте колокольчиком, уведомления. До следующих игр. Всем пока. It's so strong.